Ох, друзья мои, давненько не снимал. Даже немножко подзабыл, как это делается. На сегодня мы решили поехать в район Гавана. Решили поехать в район маленькой Гавана, что находится в Майами. И немножко там погулять, и потом еще пойти в какой-то там другой район. Знакомьтесь, это Mazda. Ключи где? Наш новый член семьи, так сказать, купили просрочку у друзей за 7300 долларов. Машина 2015 года. Пробег 190, почти 2000 миль. Овер до хрена. Mazda CX-5. Да, CX-5 2015 года. 192 тысячи миль пробег. Такой себе автомобиль, конечно. Более того, с Mazda у меня связаны следующие воспоминания. Когда у нас была свадьба с моей тяночкой, нас возил наш товарищ Дима на Mazda CX-9. А мы до этого очень хотели эту машину. Вообще такие думал, вот, Mazda CX-9, такая классная, классная. И он успокоил, мы такие, блин, что за отстой? Я тогда сказал, что у нас никогда не будет Mazda. И вот, жизнь мигранта в Америке, друзья мои, это не сахар. Ну, по крайней мере, в моем случае. Так что... Ну, ничего не поделаешь. Такова соляви. Пока придется поездить на такой. Ну, а дальше... Теслы, Ламборджини, все прочее ждет нас. Сейчас Тяночка проверит. Зачем тебе? Выключена ли кофеварка, и мы отправляемся в путь. Что это? Это одна курица. Приехали. Вот это. Кубинский квартал. Очень тут все выглядит опасно. Очень. Поставили тачку на парковку платно. Все посмотрим. Что? На таких парковках нигде нет Apple Pay. Тебе приходится платить картой физической. А это опасно тем, что ну, могут ее стырить. Надо положить под стекло. Так. 12:57. У нас есть ровно час на погулять по этому замечательному кварталу. Пойдем посмотрим, что за кубинский квартал. Little Havana Social Club. Что там интересно? Сигары, 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 короче. Везде сигары. Ну как тебе, дед, квартал кубинский?
Пахнет Кубой. Ага. Сигарами. Сигарами. Да, американцы. Да? Как всегда, всяких. О, ну короче. Хавана. Иди, я тоже сфоткаем тебя. Я не был на Кубе, когда-нибудь обязательно туда съезжу. Но мне почему-то кажется, что на Кубе где-то примерно все вот так это выглядит. Может быть, даже еще хуже. Это что, парковка или это? Что это такое? Да, или сервис? Сервис? А можно с петушком? С петушком иди. Странно, да? Кубинский квартал, тут петухи. Ну, я имею в виду петухи. И на Кивисте тоже. Там, в почете. Чем это связано? Как это объяснить? Непонятно. Чует моя кредитная карта, что мы сейчас пойдем в Starbucks. Такое вообще. А еще говорят, что здесь в вечернее время лучше не гулять. Получается всякое. Все в заборах. Видите, эти витрины. Витрины в решетках. Все в решетках. Такое. Мемориал кубинским патриотам в Америке. Некая Ольга Гуйлот Вэй что-то, короче, она сделала. И вот здесь есть такой бульвар звезд. Эмилия Стефано. Петухи фоткаются. Роберто Карлос. Видимо, это знаменитые кубинцы или что? Ну как-то тремя человеками ограничилась Аллея Славы этого района. Роберто Карлос, это да, футболист. Не так и много, наверное, людей породила Куба, кроме Кастро. А как же? Че Гевара. Че Гевара, Кастро и вот это Роберто Карлос. А, да, где? Предлагает нам перекусить, но мы пока не готовы. Приглашают нас, видите, отобедать, но пока не готовы. Прикольно. Инна едет сало. Зачем тебе петухи-то? Нет. Он кубинский петух. Ну сфоткай, чуть жалко. Ольга. Ольга Гуйлот. Агустин Лара. Педрон Барна. Россия Журадо. Как будто какой-то сериал кубинский. Чем пахнет? Как будто на Кубе. Субтитры сделал DimaTorzok.
пробежать? Хоть за сколько? Давай, давай. Оставь внимание, марш. Домино парк. Люди играют в домино. Домино играют, ну, а кто-то занимается спортом. Настоящие профессионалы. Что, дед, сыграем? Действительно интересный Макдональдс в стиле Хавана. Зайдем, посмотрим? Ну да, пойдем. Ну, или пойди в Макдональдс. Ну, смотрите, тут Старгейт. Пожалуй, это один из красивейших Макдональдсов. Где? В Майами. Но остальные все такие однотипные. Ну, нормально. Да. Но внутри, увы, то же самое. Поедим. Чего, есть собрались? Да. А в общем, Макдональдс, как Макдональдс. Все то же самое. Все то же самое, только с небольшим кубинским. С небольшим кубинским акцентом. Если вы думали, что в Америке нет вечного огня, есть. Это в заливе свиней. Сражение в заливе свиней. Сражение в заливе свиней. Революцион. Да, революцион. У нас заканчивается парковка, поэтому мы пойдем обратно и поедем еще куда-то. Хули ты хули. Приехали в Майами Бич на Оушен Драйв, знаменитый. Устал? Нет, не упали. Что? Что J90? Я не знаю. Oh,
Вова, супер! Мы проехали всего пару миль, но в сравнении с Little Havana это такой элитный район. Чистота, порядок, красота. Просто воняет богатством. Воняет. Брат, Денис, стой. Стой. Видишь, он не видит тебя. Думай о том, что тебя не видят. Комма. Похоже на корчму. Но это не корчма. Очень тут ездят дорогие автомобили. А вот там сова сидит наверху. Непонятно, живая или настоящая, или нет, непонятно. Но тут ребята вполне себе натуральные. Вот она какая. Ocean Drive, родная. Ярмарка тщеславия тут у нас. Особенно вечерами тут ездят очень дорогие машины. Просто без остановки. Без остановки. А там море. Океан. Все фотографируются на фоне этих букв. Эту девушку не взяли фоткаться с собой. Никому не нужны неполные слова. Паркуются на газонах полицейские автомобили. Все Шевроле Малибу. Шевроле Малибу — это район в Лос-Анджелесе такой же. Очень жарко в этом вашем Майами. Провинились. В Кадиллаке кто-то давно сидит. Там чучело сидит какой-то. Ну там на никель. Ну понятно. Люди играют в волейбол. Как будто в этом. Ванаки, ванаки. What's your name? Liz. Liz. Liz and G. When are you getting married? I hope so. So you don't have a date yet? You just got engaged freshly? Literally? Where? Here in Miami? In Disney? Aww. Look at the gay people. I'm sorry, man. Знаменитый дом Версаче, где его и убили прямо на этих ступеньках. Версач. Теперь тут музей. Такие вот дела, ребята. Чего это там? Версач? Версач. Что, не Версач? Модельера. Его здесь убил, его этот любовник или кто, или что-то. Мама. Да. Прогулялись по Ocean Drive. Сейчас идем по Collins Avenue, которая идет аж до Sunny Isles. Мы хотим зайти во Фрайдис. Странный выбор, скажет кто-нибудь, но что-то мы хотим, короче, во Фрайдис зайти. Как будто побываем в мега-белой даче в Москве. Конечно, не как мега-белая дача, но тоже нормально.
Ну давай, дед, за здоровье. Майами Бич. 60 лет уже. Вот. Да, ну да. 59. Здравствуй, Трамп. Минус 115 долларов вместе с чаевыми. И мы покидаем замечательный ресторан Фрайдис. Ну, не то, что прям очень-очень вкусно было. Ну, в целом нормально. Сейчас бежим быстренько до парковки. У нас через 15 минут заканчивается парковка. И едем уже домой. Очень жарко, все устали. Хотят спать. Такие вот дела. Ну вот и закончилось наше путешествие в Майами. Эту машину-то я не закрыл. Закрой машину. Мою машину не закрыл. Да. Не дам больше ключ. Все, идем домой отдыхать.